Всем привет, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы начинаем прохождение четвертой части Айзеленд, якорь памяти. Если честно, я думал, парк развлечений, который мы недавно прошли, будет четвертой номерной частью, но он оказался спин-оффом данной игры, и таким коротеньким спин-оффом. Ну, он мне понравился, и хорошо, что разработчик туда тоже добавил новую игру плюс, где там нас ожидали новые головоломки. Я следил за тем, когда выйдет этот парк. Следил и не уследил. И сидя в стиме, копаясь в скидках, натыкаюсь на Айзеленд 3. Я такой, опа, а надо глянуть, что там выпустил Cotton Game. Новое, свеженькое. И вижу, что уже и парк развлечений вышел, и четвертая номерная часть. Я такой, вот это да, вот это я профуфлыжил этот момент. Хотел с пылу с жару эту игру записывать, а нет. С отставанием получается. Ну окей, ладно, будем наверстывать упущенное. Окей, все, хватит болтать, надо играть. И если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Ну что, приступаем. Новая игра. Да, начнем новую игру. Надо было, конечно, бы еще глянуть, чем там третья часть закончилась. Вроде бы мы там куда-то полетели, вроде бы. А может, никуда и не полетели. Надо к следующей серии освежить в памяти то, что было в третьей части, посмотреть и уже со свежей памятью дальше проходить эту игру. Так, ну поехали. Что нас здесь ожидает? Так, опа-ля. Космонавт. Вот не помню, что там было. Вроде куда-то мы полетели там. Мы там вроде бы... Или не там. Или у меня уже все в голове перемешалось. Вроде мы там какой-то корабль собирали космический. Вроде бы. Они меня боятся. Вот что такие. Нужно их подсветить. Ты можешь называть меня майор Том? Темная сторона Луны. Тут в этой игре надо все запоминать. Где что как нарисовано, где что там отмечено. Потому что это во многом является подсказками для решения различных головоломок. Так, один... Ну да. Один, два, три... Но сейчас не запомнишь. Тут вроде бы можно еще... А, тут карта есть. Это удобно. Ее не хватало, кстати, в парке развлечений. Очень не хватало. Так, вижу фонарик. Отлично. Так, сюда пройти мы не можем. Секундочку. А вот это А, сюда мы пойти не можем, да? Так, ты кто у нас такой? Это кости рыбы, но я бы не отказался от свежей. Хорошо. Так. Металлическое ведро. Плакат Pink Floyd. Behind every... За каждой красивой вещью находится какая-то часть боли, да? Так, а что мы взяли? Оливки. Оливки, оливки. Может быть, оливки тебе дать? Нет? И оливки не хочешь? Не желаешь. Так, ага, пошли дальше. Ты кто у нас такой? Я просто начитан. Ну, я рад за тебя, что ты просто начитан. И кто не осознает, что тратит кучу времени и энергии только... Да погоди ты. Моя жизнь зависит от всех твоих решений. Я понял. Я решил быть обычным человеком. Кучу времени только для того, чтобы стать обычным среднестатистическим человеком. Ясно, понятно. Так, может быть тебе что-то дать в ведро? Мне не надо. Ничего? Так. Хорошо. Я бил стрелочку еще сюда. Подожди, знакомый пацан. Слушай, надо, да, пробежаться все-таки...
по первым трем частям все повспоминать. Так, взяли сборник стихов. Карандаш не можем взять, да, у него? Не спрашивай, какой сейчас год сейчас, я не знаю ответа. Хорошо, так, тут надо... Чего-то, по-моему, не хватает, да? Так. Ну-ка, давай этому начитанному попробуем дать книгу. О, хорошо. Ого, кажется, это хорошая книжка. Прекрасно, взяли плоскогубцы. Так, где там плоскогубцы-то можно применить-то? Да вроде нигде. И кто такой? Это лаборатория, но я не могу понять, что тут изучали раньше. Так, взяли рога. Взяли антенну. Так, это лаборатория. Так, что изучали раньше, а что-нибудь... Иногда стойкость и выдержка побуждаешь тебя выживать... быстрым... там... не успеваешь прочитать даже. Это чаши Петри, все в трещинах. Но через трещины может проникать свет, не так ли? Я бы тебе помог, но мне нужен контроллер, пока так даже помочь ничем. Так, ему нужен контроллер, да, какой-то? Тебя выживать приведет тебе к великим достижениям. Хорошо, так, у нас есть антенна. С антенной мы пойдем сюда, я так понимаю. Присобачиваем ее здесь. Подожди-ка, мы можем что-то откопать, воспользовавшись. Угу. Надо нам найти лопату. Рога. Рога тебе не нужны? Нет. Плоскогубцы? Нет, не хочешь? Хорошо. Отлично. Мы взяли с вами скоробея. Скоробея не хочешь пожевать? Рога жевануть? Не, не желаешь? Оливки? Вкусные оливки? Так, подожди, жук скоробей. Не хочешь яблоко пожевать? Яблоко ты не желаешь есть. Даркса, так. Так, нам надо... Может быть, нашему что-то дать? Проделал хорошую работу. Это какой-то космический белок. Так, белый плод. Несмотря на то, что я проехал, тысячи миль, но сейчас я спокоен. Думаю, мой корабль знает, куда идет. Скажите моей жене, что я люблю ее. А то, что я проехал 10 тысяч... Ага. То есть, погоди, все, больше тебе ничего, наверное, не надо давать. Так. Я знаю, что это не комната. А еще я знаю, что мне здесь не место. Никто и ничто не заставит меня отсюда уйти, кроме Веры. Конечно, есть также белый энергетический шар, который может это сделать. Так, сделать. Не зацикливайся на прошлом, все прошлое... Давай. Да, может, не стоит зачитывать. Хотя... Так, белый шар. В смысле? О, даем шар ему. Он сам попросил. Прекрасно.
Так, ну что, морячочек уплыл в закат. Путешествие во времени и пространстве. Руна Луна. Величайшее несчастье не в том, что тебя никто не любит, а в том, что я одинок. Я любил цветы, оленей, лес. Шел вперед, пока не потерял дорогу. Не найти мне те цветы, что синели у порога дома. Стремиться к тому, что реально, а не к тому, что чего хотят люди. Что тебе? А я думал, он это... что-то там... рэпер, я думал, что там что-то там получалось так, что... какие-то... его... реплики так имели какую-то рифму. Я думал, что он что-то там зачитывает мне. Так, он говорил что-то олени какие-то. Любил оленей он. Оленей ты любил? Оленей... лес, цветы. Так, ты мне, может быть... так, подожди. Я помню, здесь надо постоянно... надо все протыкивать. Так. Недавно отсюда получили. Может, ведро им? Подожди, либо... либо здесь как-то должны мы правильно выставить это все. Не. Сюда ничего не выкладывается. Не, ничего. То есть сюда заходит. Ну, мне кажется, чего-то не, ну, не хватает, да. Двух деталей. А может быть и... все нормально и все хватает. Просто правильно надо выставить. Погоди, погоди. Так, ладно. Вот, сюда можно еще пройти. Руна звезда. У меня есть оливковое дерево, но мне нужны его плоды. Скараб, синее перо и оливковое масло незаменимое. Скарабей. Не спрашивай меня о смысле жизни, потому что я еще молод. Но когда мы сможем выйти отсюда, я дам вам знать. Как только мы узнаем номер один, мы думаем, что узнаем номер два, потому что один... так, нормально. Мы забываем, что сначала должно быть значение сложения. У меня есть оливковое дерево. Ну, так, подожди, оливковое дерево. Так, отлично. Правильно же? Синее перо и оливковое масло. Рога не надо? Нет. А ведро не? Не нужно тебе. Интересно, интересно. Далее, куда нам идти? Погоди, а там бывает, знаете, вот так вот потыкаешь.
или почему-нибудь, и откуда-нибудь что-нибудь там выпадет. Бывало такое. Давай посмотрим, потыкаем где-нибудь. Да и все, зря тебя тронул. Поговорили, хватит. Рога не хочешь. Вот это не пойдет тебе? Руна звезда. Мне не пойдет? Не подойдет. Хорошо. Давай смотреть. Ну, не так уж много у нас сейчас. Метов есть, которые можно где-то как-то применить. Луна. Он сказал, там он любит оленей, лес. Погоди, секунду, сейчас еще раз. Синее перо, оливковое масло. Перо нам надо найти. Синее перо. Давай-ка думать. Где-то должна быть подсказка на это, что на вот этот куб. Где-то нарисована она должна быть. Сейчас внимательно все просмотреть. Так, а куда мы? Ну, мы, по-моему, да, возможно, сходили. Осматривать стены. Не, он хочет рыбы. Ему хочется свеженькой рыбы. Где бы... А, подожди, может быть... А я не смогу только ловить здесь рыбой. Рыбу половить. Не, не вариант. Что-нибудь как-нибудь рогами там наткнуть какую-нибудь рыбеху. Так. Подожди. Ага. То есть вот так вот. У нас что-то откроется. Нам сейчас, получается, надо найти вот такую вот руну. Руну солнца. Нет, это все неинтересно. Нам надо найти руну солнца. Не, не работает. Все, вон оно как. Надо было потыкать. Ебой. Хорошо. Так, проверяем, никакие ли листочки здесь не реагируют никак на протыкивание. Не, никак.
То есть, подожди, можно попробовать и еще окна пооткрывать. Ну-ка, давай попробуем. Не, никак, да, не открыть. Подожди, в смысле? Синий цветок. Подожди, синий цветок, синий цветок. А кому синий цветок? Там он говорил про перо. Зима близко, брррр, кажется, немного похолодало. Эта печка давно не работает. Так, хорошо. Похолодало так похолодало. Так, кому цветок-то дать-то синий? Дверь, это... Так, это дело не открывается. Так, подожди-ка. Может быть, есть что-то могу я сделать как-то? Чего? Не, у меня два предмета осталось. Да, применить пока что не ясно. Если цветок дать оленю... Нет? Не хочет. Подожди, подожди, подожди. Может, побесить его как-нибудь? Ну, не, не срабатывает. Жаль. Жаль, думал, сработает как-то. Подожди, а может, на рога ему натянуть, не? Так, что с цветком делать, пока что не ясно. О, тебе дать? Малыш, из маленького принца всегда вспоминал свой любимый цветок, когда путешествовал. Воспоминания о бабочках. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Хорош, хорош. Так, а... Так, мы взяли с вами билет. Билет, 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 билет. А куда билет? Кому можно билет вручить? Пока непонятно кому. Ну, пойдем сюда. Ты не видел мое ведро? Видел, какое ведро? Вот, пожалуйста, на, ведро бери. Опа. Опа-ля. Мы забираем лопату. И зачем нам нужна эта лопата? Для того, чтобы сейчас пойти что-то покопать. Сейчас пойдем покопаем. Здравствуйте. Хорошо, ай, хорошо. Так, секундочку. Сюда что-то, наверное, вставить. Чтобы петь или танцевать, должна быть причина. Ну, билет есть. Не, не будет ли? Мне недостаточно быть уверенным в том, что мы с ним существуем в настоящем. Подожди, подожди, подожди. Может, тебе дать билет? Не... Для кого? Будущего? Для кого? Будущего или у прошлого? Чтобы петь или танцевать, должна... Так, я понял тебя, причина тебе нужна. Погоди, погоди, а там... Надпись ничего не дает нам. Здесь много вещей, но я не могу выкопать их. Погоди, выкопать. Давай покопаем, а? Много же вещей. Он же говорит, вещей много. Давай копать. Копать-копать, в срочном порядке. Так, ладненько. Будь изобретательней, на прикрыв судьбы, возможно... Да хоть... Скорее всего, твое будущее станет лучше, если ты будешь жить сегодняшним днем. Смерть — это не уход из жизни, а выход из скоропотечного... Кротечного там, что-то там... Так, бабочки... А это надо запомнить, слушай. Первое. А, нет. Три. А, пять. Ну хорошо. Ладно, разберемся сейчас. Что-то должно мне дать это. Сейчас найдем решение. Опа, вся жизнь на самом деле взаимосвязана. Так, секунду.
тебе билет дать, не? Хорошо. Так, взяли сыр. У меня часто замечательные чувства. Я, кажется, только что сидел здесь, и я, кажется, был здесь. Вы хотите мои четки? Это моя семейная реликвия. Я не могу дать тебе их. Нет, даже если ты дашь мне золото, я это не изменю его. Угу. Хорошо, ладно. Ну, не дашь, так не дашь. Сейчас мы придумаем то, чтобы ты нам эти четки дал. Лопатой огреем тебя по затылку. Так, билет, если дадим мне. Билет тебе не устраивает? Да подожди ты, сейчас я тебе придумаю что-нибудь дать. Нет, сыр. Сыр не прокатывает. Так, сыр птица. Птица ест сыр. Удивительно, но пускай ест. Просветление. Ты посмотри, что делается. Ты глянь. Началось. Вот это поперло, да? Сейчас пойдем. Ходить, бродить по белу свету. Разбираться со всеми делами здесь. Так, кусты все пронюхаем, прощупаем. Ничего не работает. Так, здоров. Я не знаю, что у вас... Ну, я знаю, что много вопросов, но я не могу ответить на них вам. Мне просто нужен постоянный билет на борт корабля, который никогда... Так, не сядь на мель, на. С билетами я могу пойти дальше. Красавчик. Так, взяли групповое фото. Я не забуду, почему... Так, я не забуду, почему я отправился. Конечно, для моей жены. Так, окей, у нас есть лопата. Надо искать это, пещеру. Где копать? А вот и... Хорошо, так, наклейка с песочными часами. Вот это мы и искали. То есть нам этого не хватало. Так, мы попасть туда не можем никаким образом. Так, вот, да, я вот говорил про то, что... Нормальная такая задачка. Да, я помню, мы же сюда летели. Летели, то есть, куда-то. Так, давай осмотримся. Там еще туда есть проход. Опа-ля, птица, которую мы сыром накормили. Так, окаменелость морской звезды. Так, ну здесь нужен глаз. И окаменелость рыбы. Так, давай-ка думать, как нам... быть с этой задачей. А как быть? Нам надо, наверное, знать, как эти точки правильно расставить. Заполонить мы их здесь. Как бы мы ни старались, мы не сможем, да? А, ну да. Все пустоты. Да, надо узнать, как нам
правильно выстроить вещи. Так. Окаменелость рыбы. Групповое фото. Погоди-ка, погоди, а там что у нас? Не сюда ли? И не сюда. А здесь не было прохода никуда? Ну нет, не было. Так, у нас еще одна наклейка появилась. Сейчас пойдем дальше искать. Окаменелость. Подожди, а там случайно... Не сюда. Думал сюда. Но не сюда. Жаль. Это и им, и нам. В меру возможностей. Хорошо. Так. Нет, не сюда. Я думал здесь. Я думаю, что я бы смог добраться до какой-то области. Тишина и стабильность, и вечное существование — это и есть нирвана. Присмотрись внимательнее, мне нужны 4 вещи. Поспеши скорее. Выбор всегда с тобой, борись за него день и ночь. Четкий топор, цветок и... рог. Четкий топор, цветок и рог. Погоди. А ну-ка, сейчас мы это дело... Давай-ка запишем-ка. У нас выходит, что здесь... Получается, единица, наверное, да, выходит? Звезда получается, а здесь шестиконечная звезда, да? Так, 8 и 2 бабочки. Не знаю, что мне даст. А если... Я не могу дать тебе рыбу такую.
Жаль, хотел тебе рыбу такую дать. Не? Никак не оживить ее нигде, эту рыбу. Забрать четки у него. Как? Что-то надо ему дать. А дать ему пока что нечего. А, кстати, это группа YouTube. Спрашиваю, как его угостить, я не знаю ответа. Апрель здесь жестокий. Мы все пустые. И не решить эту задачку. Они, герои здесь, так разговаривают с тобой, как будто, знаешь, играешь в Dark Souls, то же самое. То есть, не спрашивай меня ни о чем. Здесь апрель очень жестокий. Не знаю, может быть, к нему больше не надо подходить. Нам надо найти топор. Да, много предметов нам найти. Еще и здесь такую руну найти. Руну солнца. Так, ну что, погнали тогда здесь походим, побродим. Ну, мне кажется, здесь... Ничего интересного-то и не найти. Окаменелости. Зачем нам эти окаменелости? Где их применять? Так, вот это я хотел глянуть. Не, ну даже никак не подходит сюда. Даже близко. Хотя подожди. А там же у нее. Может быть, как-то с бабочками повзаимодействовать, попробовать. Чем мучаюсь-то? А, кстати, уже много всего пооткрывали тут. Так, эти знаки. Не, я не могу. На бабочек никак повлиять я. Так, а если мы пойдем сюда? А, ну вот, это все, все решает. То есть, значит, тут проще получается. Здесь у нас два цветочка. Один. Три. Один. И четыре. А, ну все просто. Значит, пойдем сейчас вскроем. Это дело. Так, два. Один. Три. Один. Четыре. О, отлично. Прекрасно. Сколько лет потребуется человеку, чтобы быть свободным навсегда? Ответ, мой друг, дрожит от ветра. Погоди. Что? 5, 6, 7. А...
Это бесконечно можно открывать же. Записка со временем. Так, давай-ка полистаем дальше. Ничего интересного больше не будет? Нет, я не знаю... Это, конечно, издевательство, если сейчас там на 99-м счете там что-то появится у тебя интересное. Это такое себе развлечение. Открывать, закрывать. Хорошо, ладно, вернемся к этому потом. Записка со временем. И у нас есть еще одна фотография. Так, фотография есть, значит, можем пойти сюда и с этой фотографией... Не-не-не-не-не. Не можем мы сюда сунуться? Я-то думал, мы можем сюда сунуться. А это дать? Не? Не вариант. Ничего не можем заполучить здесь, какое-нибудь там стеклышко. Так, вопрос такой. Куда нам с этой запиской суваться-то? Вот мы ее заполучили. Или вы хотите сказать, что я должен там открывать... Что он подскажет или не подскажет? Погоди, а может быть... И вот сейчас надо будет сидеть и вот это все протыкивать. И думать, куда... Гади, а там... Нет, он говорит про пещеру. Нам нужна рыба. Без рыбы ловить нечего. Тоже. Там... А, подожди, а что там? Он там что-то... Он нам только треугольник даст, да? И вот здесь момент надо разгадать, а как? Или может быть как-то можно? Thank you.
Может, вот эта подсказка идет сюда? Да нет, навряд ли. А какие еще варианты? Ну... А, погоди. А и что? Это мне дает? А, значит, подожди, можно было, значит. Гадик, погоди. Так, все. Понял, понял. Так, хорошо. Угу. Еще. Здесь, значит, мы это сдвигаем сюда. Здесь так. Здесь так, еще так, так. Все вышло. Хорошо. Отлично, Cranberries. Хорошая группа, Nirvana, In Utero. Прям разработчик молодец, прям так. Отсылочки. Различным группам. Опаля. Погоди, а тут как-то... Да, тут можно, по-моему, все нажать. Нет, там надо где-то подсказку найти. Коричневый... Ага. Так. Ладненько. Погнали тогда. Контроллера дадим сюда. Похоже, заработало. Что взяли? Семена. Так, а если ему маяк дать? Не, подай. Тебе не нужен маяк? Я думал, тебе маяк дать. Ты не желаешь. Теперь бы найти подсказку с этим кубом. Секундочку. Зарисуем все. Треугольник. X. Здесь у нас круг. И... То есть
получается. А, ну, снизу мы там догадаемся, да, получается. Как-то надо кораблик этот достать. Значок. Методом научного открытия-закрытия. В смысле, подожди. Если мы так делаем, закрываются три. А если так, то у них... Ага. Передвигаем сюда. Так. Подожди, давай-ка я сейчас сначала сходим. Куда? Что я хотел там куда сходить? Что я там нашел? А. Давайте сначала там сделаем, потом сюда сходим. Тихо-тихо-тихо-тихо. Там птица прилетела. И... А семечки ей не надо давать? Нет, не надо. Ой, там надо уже заканчивать нам серию. Угу. Так, давай смотреть. У нас получается... Эта внешняя часть получается вот так вот. Сразу вышло. Любой момент может стать началом. Нормально так получилось. Прикольно. Оказывается, я уже все правильно выстроил. Там надо было переставить местами. Вот, кстати, подсказка была. Вот этот маяк, чтобы вставить его в воду там. Надо тоже на карту смотреть и кое-какие моменты себе примечать. Миниатюр Sea Story. Подожди, а он... А если мы пирамиду, да, сейчас? А, даже так. А, вон какая схема. Ё-моё. Тихо-тихо-тихо-тихо, куда пол... Куда я? Вернись-то. Взяли нож. Нож есть, значит, можно и поесть. Значит, берем и... Угу. Так, слушайте, надо заканчивать. Я фанат этой серии безумно. Прям обожаю ее. Но все-таки надо и знать меру. Прям уже хочется и следующую серию записывать, но... Надо уже убегать мне по делам. Так, ну давай сейчас... Еще одну вот эту головоломочку разгадаем. И... Ну и все. Так, а на досуге я тогда подберу там... Хотя нет, давайте, наверное, посижу здесь, помучаюсь тоже. Этот... Чего взять нельзя? Чтоб на запись... Было видно, как я там... Методом научного перебора скрываю, то есть не вскрываю, а соединяю эти провода. Так, мы идем сюда. И здесь получается у нас следующее. Так, так. Так, так. Ага. Упали.
А, и чего? Она улетела-то, но не обещала вернуться. Куда она улетела-то? Птица? А, вот как, на 4, получается, ну 4 птицы, да? Спасти, чтобы... Это дерево зацвело. Так, а как-то достать? Не достанешь, да? Кораблик оттуда. О. Так, если мы включили, если мы передвинули здесь. Отлично. Взяли красную жемчужину и взяли мы с вами спичку. И получили монету. Ух, ну да, там нарисован как раз. Сожги кораблик и получишь монету. Так, ну слушайте, продуктивно мы с вами прошлись тут, по этой четвертой части Айзаленда, прям очень так прям бодренько идем, пока что особо сложностей игра не вызывает, все разгадывается, все проходится, это клево, это круто. Потому что бывало прям в некоторых моментах я в этой игре стопорился конкретно прям. Прям вроде бы ты и догадался, а на деле ты не догадался, не, как там проходить. Так, кучу всего понаполучали. Теперь куда с этим всем идти добром? О, тихо! Погоди, там глаз был. Ё-моё! А как-то отмотать это можно? Этот глаз, наверное, нам и нужен. Может быть и не нужен, просто глаз стоит, ну, то есть появляется и... А не, ну, наверное, нужен. Надо его заполучить. А сейчас кажется, что обратно отматываться не будет. Так, подожди, на где-то на 50-м, да? Ну, давай. Домотаем до туда. И все, будем заканчивать. Уже
долго играем, долго проходим. Ну, это такое себе развлечение. Тут открывать, закрывать его. Главное сейчас не лишнего не натыкать. Мужик, наверное, сидит там, проклинает меня, говорит, задолбал уже тут это, чемодан туда-сюда открывать. Это знаете, как это, к холодильнику постоянно подходишь, открываешь его в надежде, что там что-то появится. Ты особенно голодный. О. Он не берется, этот глаз. Я-то думал, там глаз можно взять будет. Обрадовался уж. Ладненько, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и четвертая часть Айзоленда, якорь памяти. Всем пока.